Утепляем дом. Дом ускоряем где-то бетонного блока. Утеплитель типа фол. Вот так происходит ход работ. Под профиль выставляем, закрепляем. Профиль установим по уровню, потом на него будет металлосадинка. Вот применяем типа фол. Тут толщина 50 мм. Заменяет 150 мВт. И не надо никаких доп. Изоляций. Никаких ветрозащиты, пароизоляции. Все в одном материале. Устанавливаем профиль для металлосайдинга. В одной плоскости все делаем. Вот так это выглядит. Вот швы спаяли. Все единое полотно получили. Вот обшиваем металлосайдинг. Конечный результат. Утеплили и обшили металлосайдинг. Уголочки, все как надо.